видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12. Урок 28. По данным рисункам мы составим примеры на умножение и решим их с помощью таблицы умножения. Итак, мы видим одинаковые овалы, в каждом из которых находится по 6 точек. Таких овалов у нас оказалось 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 овалов и в каждом по 6 точек. Для этого мы 6 умножаем на 5 и получаем 30 точек, мы видим на первом рисунке. Рассмотрим второй рисунок. Овалов на втором рисунке 4, но в каждом овале по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точек. Поэтому мы 8 умножаем на 4 и получаем 32. 32 точки на втором рисунке. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.